я на кого-то из вас буду показывать, в основном на девушек. На девушек. А вы будете громко говорить свое имя. Хорошо? Биографию не надо. Договорились? Ну что, у вас имеет какое-то название вот эти вечера или дни? Как они называются? Без названия точек и запятых. Это ваше призвание. И не нужно нам мысли иных. Мероприятие без названия и без запятых. Имя, сестра? Как тебя зовут? Как? Юля? Я еще раз говорю. Девчонки, мальчишки, вы, я на вас показываю, вы называете громко свое имя. Договорились, Юля? Поняла? Итак, как тебя зовут? Юля. Мы встретились в январе, а не в июле. Вы просто чудесны, Юля. Рядом с вами мужчина, в котором отсутствует малейший изъян. Ее парень, она об этом не знает, благородный Иван. Он всегда прав. На скамейке сидит Станислав. Рядом с ним его счастье. Рядом с ним мессия. Для него она Настя. Для кого-то Анастасия. Пусть все невзгоды проходят мимо, когда среди мужчин прекрасная Нина. Она смотрит на других горячо, обнажив для бурды свое плечо. Иван, я помнил, я спрашиваю другую твою подругу. Как? Рамина, я пока трезв и не пьян. И твое преимущество неоспоримо. Посередине благородный Иван. Помеха справа у него Рамина. Девочка, достойная клона. Зовут ее просто Милона. Я помню, я просто смотрю, какую рифму, чтобы ты не обиделся. Пусть жизни исчезнет палитра, и пусть не изменится мир. На кресле молчала, развалился Дмитрий, практически Кантемир. Ее я знаю, не буду вас. Как? Елена. Оля. Ваше преимущество неизменно. Вы просто чудесны, Елена. Вас не узнать. Совсем недавно я узнал, что вы ее мать. А вы прелестна, как актриса. Девушка и ее крыса. Я знаю, но с крысой пришла она. Ну, это вот так вот, друзья, это называется импровизация. Есть более сложные формы импровизации. Это когда вы мне задаете тему, а я ее развиваю. Каждый из вас может, допустим, какую-то рифму придумать. Вот я буду сейчас читать стихи, а вы придумаете какую-то рифму. Например, печка, свечка, да? Еще какие вы знаете? Дима, там, без интима. Что? Ну, вот вы подумайте. А я пока вам что-то прочту, чтобы вам было интересно.